В Чебоксарах состоялась 24-я отчетно-выборная конференция местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия». В работе конференции приняли участие секретарь городского отделения, депутат Госдумы Российской Федерации Леонид Черкесов, секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Николай Малов, председатель Государственного совета Чувашской Республики Валерий Филимонов и глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков. В повестку дня вошли 7 вопросов. Это отчеты местного политсовета, советы и местной контрольной комиссии, избрание секретаря местного отделения, определение кандидатуры на должность главы города Чебоксары, замещаемую путем избрания из числа депутатов Чебоксарского городского собрания депутатов, членов местного политсовета и местной контрольной комиссии, а также избрание делегатов на отчетно-выборную конференцию Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В своем докладе Леонид Черкесов подробно проинформировал собравшихся об итогах партийных проектов. Он рассказал о благоустройстве города, строительстве медицинских, образовательных и дошкольных учреждений. Мы успешно справляемся со строительством детских садов и теперь приступаем к решению новой задачи. В Чебоксарах многие годы не строили школы. В этом году начало строительство нового учебного заведения по улице Гладкова. Финансировано строительство из бюджетов разных уровней, и федерального, и республиканского, и городского. Это значит, что и контроль будет самый пристальный и многоуровневый. Завершение строительных работ по контракту предусмотрено до 1 июля 2017 года. Уверен, что все сроки будут соблюдены. Всего на мероприятии присутствовало 187 делегатов, представляющих 145 первичных отделений партии. Секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Николай Малов отметил, что большинство депутатов в Государственном совете – это представители единороссов. Он подчеркнул, что проделанная в республике большая работа – это во многом их заслуга. Проект повестки или уже повестку утвержденную. Третий, четвертый вопрос – это тоже результат вашей работы, так как именно представитель вашего местного отделения сегодня представляет нашу родную Чувашию в Государственной Думе Российской Федерации. Сегодня наш кандидат от нашей партии Аршинова Алена Игоревна также представляет республику. И это наша совместная работа. По итогам выборов секретарем городского отделения партии «Единая Россия» была избрана Ирина Клементьева. Ее же кандидатура определена и для избрания главой города Чебоксары и будет продолжена членами фракции «Единая Россия» в Чебоксарском городском собрании депутатов. Избран также новый состав политического совета местного отделения. По традиции в торжественной обстановке в ряды «Единой России» приняты новые члены партии. В основном это студенческая молодежь, а также работники промышленности, сферы культуры и так далее. Анастасия Соколикова, Екатерина Янгалакова, «Жизнь столицы».